Вячеслав Зеленый шел до перемоги 10 годов. Некольки спаборництвов каждый год днями узмоцненные тренировки. За плечима чемпионат света у Эстонии и Болгарии. У России три медали, сярод их золото. Золотая по спаррингам в категории мужчины 71 килограмм. Серебро у меня в разделе хёнг. Это комплекс упражнений атакующих и защитных. Проиграл спортсмену из России тоже. И бронзовая команда бои. Финальный бой я встречался со спортсменом из России. Он представлял Чеченскую республику. Бой довольно интенсивный был. 400 спортсменов с 30 краин. Бобруйчане обошли норвежцев и казахов. Соступили только россиянам. Это исторический момент. Это первая команда от Республики Беларусь в этом виде. И это история. Ребята все большие молодцы. 13-годовая Людмила Грынько марила про спорт летні з нараджэння. Привяли на тэквандо батьки. Для яе чемпионат свету стал першай замежной поездкой, першая асабістай перамогай и першим медалем, пакуль срэбным. Перед боем, конечно же, все волнуются, но мне тренер сказал, что я должна победить. Я выложилась на все 100%, но чего-то, наверное, не хватило. Я отрабатывала все удары, все приемы. Что-то свое больше было, что-то свое меньше. Все, как было, так и случилось. Месяц узмоцненной подрихтовки принес команде 6 бронзовых, 5 серебряных и 1 золотый медаль. Антон Максимов у спорте всего 3 года. За плечима спаборництва у Бобруйску, Минску и Таллине. Любимый прием на спаборництвах принес перемогу у первом бои. У меня все любимые с разворота, которые... Я их люблю часто бить. У командных боях упартая борьба с Казахстаном, ровный кошт, интрига и гоноровое призовое третье место. Глобальная федерация тэквондо сдолила себе проявить и принести у скарбонку Беларуси 12 медалей. Маргарита Наумика, Дмитрий Шалцов, новини регион.